Берлине, в Германии. Строительная бригада спешит закончить самый большой железнодорожный вокзал в Европе до начала чемпионата мира следующим летом. Чтобы успеть в срок, две массивные стальные башни должны быть соединены над их новой стеклянной станцией меньше, чем за 3 дня. Удастся ли этой инженерной бригаде воплотить этот дерзкий план? Мегаконструкции. Грандиозный центральный вокзал Берлина. В Германии строители спешат завершить архитектурное чудо. Они трудились более 10 лет, борясь с одной проблемой за другой. Когда строительство железнодорожного вокзала будет завершено, это будет самый большой вокзал в Европе. 7 уровней и умопомрачительная территория в 180 тысяч квадратных метров. На площади почти такой же большой, как здание Empire State. Что еще более удивительно, 2 14-этажных офисных здания будут стоять по обе стороны вокзала, соединенные мостами высотой в 4 этажа, подвешенными над крышей вокзала из стекла и стали. Цена более 4 миллиардов евро. Финансируемый Deutsche Bahn, немецкой железнодорожной компанией и правительством, разработанный всемирно известным архитектором, проект является собой смелое заявление. Если все получится, это в буквальном и переносном смысле воссоединит Восток и Запад Германии, возвестив о новой эре объединения. Но проект столкнулся с ужасными трудностями. Работы отстали от графика на годы, и миллиардные затраты превышают бюджет. Ухудшая положение, архитектор подал иск против застройщиков за изменение его дизайна. Скоро проект достигнет апогея. Строители собираются совершить нечто, никогда ранее не испробованное в истории строительства. Они попытаются аккуратно установить эти две массивные половины в их окончательное положение, формируя стальной мост на высоте всего 2 метра над крышей вокзала. Это ужасно рискованный замысел. Если что-нибудь сорвется и части моста упадут на стеклянную крышу под ними, проект потерпит невообразимые потери и цена возрастет на миллионы. Будет ли новый берлинский центральный железнодорожный вокзал когда-нибудь закончен? Со времени падения Берлинской стены в 1989 году столица Германии прошла через неистовые перестройки в попытке вернуть звание культурно и экономически значимого исторического центра Европы. Разве может быть лучший способ закрепить эту роль, думали проектировщики, чем воздвижение железнодорожного вокзала мирового класса? Будучи шедевром полностью перестроенной системы транспортировки, вокзал воссоединил бы не только Восточную и Западную Германии, но и всю Европу, соединив Париж с Москвой и Стокгольм с Веной. Берлин, конечно же, был бы центром всего. Но сегодня, спустя 5 лет после изначально запланированной даты завершения, проект все еще воплощается в жизнь. И дело достигло критической точки. На улице собирается толпа. Они пришли наблюдать за разворачивающейся драмой. Знаменательное событие в истории строительной инженерии. Судьба всего проекта зависит от этого шага. В воздухе бригада инженеров и рабочих готовится совершить опасный маневр. Карабкаясь по стали, словно альпинисты, рабочие проводят последние измерения. Проверяют и перепроверяют сотни деталей. Взоры всех устремлены на пару огромных стальных частей моста. Oh,
В итоге они сформируют мост высотой в 4 этажа, парящий над крышей железнодорожного вокзала. Мост объединит две части офисных зданий и сам будет располагать тысячами метров офисного пространства. Поскольку строительство действующего железнодорожного вокзала было приоритетом для строителей, офисные башни-близнецы должны были быть построены при уже действующем и практически завершенном вокзале. Одна из их изначальных идей представляла строительство моста в обыкновенном порядке, начиная с одной стороны и выстраивая горизонтально к другой стороне. Но инженеры осознали, что строительство моста таким образом было бы слишком опасным. Чиновники безопасности бессонными ночами думают о кранах, раскачивающих эти огромные стальные перекладины над их новой железнодорожной станцией со стеклянно-стальной крышей, забитой 1000 пассажирами. Они были бы обязаны прекратить железнодорожное сообщение здесь за 6 месяцев до завершения строительства моста. Но это бы привело Берлин к застою. И инженеры придумали замечательное решение. Они построят мост по половинам. Каждая половина будет строиться вверх. Сейчас все готово, чтобы опустить половины на место при помощи тросов. Такая техника понижения никогда раньше не применялась в городах. Обратного пути нет. Сегодня в 10 движение поездов будет приостановлено, но только на выходные. У них будет всего 54 часа на то, чтобы опустить мост и соединить части. Но каждая часть весит более 1200 тонн. Если допустить ошибку, она будет равносильна полному уничтожению новой прекрасной стеклянной крыши станции. Это одна из самых больших стеклянных крыш в Европе. Здесь свыше 11 800 отдельных квадратных стекол. Каждый блок стекла весит почти 100 килограммов, что составляет вес только одного стекла – 1,2 миллиона килограммов. Очень много стекла. Всемирно известный архитектор Майнхард фон Геркен знал с самого начала, что стекло будет играть в дизайне вокзала выдающуюся роль. В общественном помещении исключительно важно создать впечатление естественного освещения. Вы чувствуете себя намного лучше, будучи частью естественной среды. Большие стеклянные конструкции сейчас являются последним криком моды в Германии. Когда Рейхстаг, немецкий парламент, был перестроен в 1995 году, правительство настояло на установлении стеклянного купола на вершине для отображения новой немецкой прозрачности. Стекло традиционно было выбором дизайнеров железнодорожных станций, но оно всегда было дорогим и непростым в работе. Ранние железнодорожные вокзалы со стеклом также требовали огромных поддерживающих стальных конструкций удерживать все это тяжелое стекло. В результате, несмотря на стекло, лишь немного естественного света проникало внутрь. Станции были довольно темными. Фон Геркен хотел добиться лучшего. Его дизайн требовал массивной закругленной стеклянной трубы 16 метров в высоту, 60 метров в ширину и более 400 метров в длину для формирования практически прозрачной крыши и стен главной платформы. Ему необходимо было найти способ избавиться от всей этой стали, добиться, чтобы стекло само себя поддерживало или, по крайней мере, создавало такое впечатление. Но стеклянная конструкция может быть столь же опасна, сколько красива. В 2004 году, спустя год с церемонии открытия, абсолютно новый стеклянный вокзал в парижском аэропорту Шарля де Голля внезапно рухнул, убив 4 человек. Исследователи указали на дефекты дизайна и конструкции. Сейчас, за несколько часов до того, как здесь, в Берлине, команда предпримет попытку исполнить один из самых редких строительных трюков в истории, мысли о возможной катастрофе не покидают людей. Это вызов проекту, который пропустил все возможные сроки. Сегодня новый последний срок, и команда знает, что они не могут оплошать.
середина следующего года. Чемпионат мира по футболу привлечет все внимание к Германии. Самое популярное спортивное событие в мире с аудиторией более миллиарда. Это даже больше, чем аудитория Олимпийских игр. Миллионы болельщиков со всех уголков планеты стекутся в Германию. На финальную игру здесь, на Берлинском Олимпийском стадионе. Городские власти жаждут, чтобы открытие вокзала было приурочено к этому мировому событию. Берлинские власти ожидают прибытия в город до 3 миллионов футбольных болельщиков. Им отчаянно нужно достроить вокзал. Потому что с началом игр около 500 000 болельщиков будут пользоваться им каждый день. Если проект не будет завершен, страна будет выставлена перед всем миром в очень нелицеприятном свете. Весь груз ответственности сейчас лежит на плечах 2 мужчин, ответственных за операцию. Олаф Северин руководит бригадой, понижающей Южную башню. Бернд Ноуджокс руководит бригадой Северной башни. Они еще раз просматривают планы. Годы подготовки привели к этим выходным. Сегодня, в 10, движение всех поездов через вокзал будет прекращено. Олаф и Бернд должны завершить работу до 4 утра понедельника. До начала часа пик, когда движение поездов должно будет возобновиться. Если они опоздают, в Берлине образуется ужаснейшая пробка. С этого момента и до понедельника ни один из них не планирует много спать. На бумаге план очень прост. Каждая часть моста сейчас стоит на своем конце. Обе башни оснащены 12 массивными домкратами. 4 наверху и 8 внизу. Чтобы начать понижение части, сначала будут активизированы верхние домкраты. Эти домкраты потянут стальные тросы, прикрепленные к башне, наклоняя башню на 1/5 шарнире. Достигнув угла в 15 градусов, она начнет падать. Чтобы предотвратить падение, нижние домкраты будут активизированы. Эти домкраты служат тормозом. Опуская башню, они начнут выпускать второй комплект тросов сантиметр за сантиметром. 2 установки домкрата будут держать груз, пока часть моста не достигнет угла в 40 градусов. С этого момента до конца действия будут задействованы нижние домкраты. Простой план. Но многолетний опыт Олафа подсказывает ему, что проблема может возникнуть откуда угодно. Оборвавшиеся тросы, осечка в гидравлике, сильный ветер. Компьютеры контролируют процесс. Они следят за перемещаемым весом, регулируют скорость работы домкратов и выключают все, если вычисляют проблему. Олафу и Бернту принадлежит последнее слово. И каждый из них знает, что в случае необходимости они могут опровергнуть решение компьютера. Эти двое решают заключить пари, кто первым доберется до низа. Одно точно, Бернт, мы доберемся до низа первыми. Что? Нет, нет. Давай поспорим на ящик пива. Но до сигнала старта последние действия по мерам безопасности должны быть завершены. Рабочие, раскачиваясь в воздухе на высоте 70 метров, приспосабливают сети к основаниям частей моста. Сетка должна защитить почти 12 тысяч блоков стекла крыши вокзала, если вдруг что-нибудь упадет с одной из частей во время снижения. Стекло использовалось в строительстве крыш железнодорожных вокзалов более столетия. Но прежние строители были ограничены в средствах, а также хрупкостью стекла. Так что строители использовали лишь небольшое количество маленьких блоков стекла. Дизайн архитектора фон Геркена потребовал для строительства нового берлинского вокзала почти 12 тысяч блоков, каждый более 1 квадратного метра. За таким количеством руководители проекта явились сюда, на фабрику Guardian Flashglass за пределами Берлина.
Фактически все стекло, используемое в строительстве, было произведено здесь, при использовании современного метода под названием «Float Process». Сегодняшнее высококачественное стекло изготавливается из смеси сырья, включая кварц, соду и известь. Эти ингредиенты перемешиваются с переработанным стеклом и помещаются в огромную печь. Печь разогревается до 1500 градусов Цельсия, это горячее вулканической лавы. Настолько горячо, что рабочие могут лишь наблюдать сквозь крошечные окошки, облачившись в жаростойкую одежду и защитные очки. Под воздействием высочайшей температуры внутри печи ингредиенты тают и превращаются в жидкое стекло. Стекло распределяется по слою расплавленного олова. Поскольку плоскость контакта двух веществ превосходно гладкая, получившееся стекло будет практически без оптического искажения. Затем стекло медленно охлаждается в этих гигантских 120-метровых охладителях. Теоретически, эта фабрика могла бы производить стеклянные листы более километра в длину. Но их было бы невозможно транспортировать. Затем каждый пласт разрезается на нужные размеры и выравнивается. Но стеклянные блоки, требуемые фон Герканом для железнодорожного вокзала, должны быть не только большими, но и исключительно прочными, способными выдержать плохую погоду и постоянную вибрацию от поездов. Итак, стекло для станции закалено настолько, что оно стало в два раза прочнее обычного стекла. И последний штрих. Слой материала, поглощающего ультрафиолетовые лучи, нанесен на стекло. Это поможет вокзалу не стать самой большой в мире парилкой. Возвращаемся на строительную площадку. Осталось всего 3 часа до начала операции. Руководители бригад Олаф и Бернт с нетерпением ждут сигнала, возвещающего о приостановлении движения поездов через вокзал и начало выполнения этой сложной операции. Но появляется новый повод для волнения. Небо над Мерлином выглядит зловеще. Передаются сведения о сильнейшей грозе. Оба руководителя знают, что они должны сделать все возможное, чтобы уложиться в срок. Движение поездов можно остановить только на 54 часа. Но они не могут подвергнуть своих людей напрасному риску. Если условия станут неприемлемыми, им придется отозвать процедуру. С приближением ночи остается только ждать и надеяться, что гроза пройдет. Десять вечера, и молния освещает небо повсюду вокруг строительной площадки массивного берлинского железнодорожного вокзала. Дождь льет, как из ведра. Но ветер, кажется, не утихает, и инженеры принимают сложное решение продолжать. Гроза не должна быть проблемой, ветер усиливается, но мы предусмотрели в своих расчетах такой ветер. После того, как последний поезд покинул вокзал, раздается сигнал старта. Прораб Бернт подает сигнал, и его бригада Северной башни принимается за дело. Суть всего процесса – это контроль. Компьютеры, домкраты, тросы должны держать массивный вес частей моста под постоянным контролем во время снижения. Иначе
Части могут начать дергаться или колебаться, а это катастрофа. Конечно, гравитация сделает основную работу. Все оборудование и люди здесь для того, чтобы заставить гравитацию работать помедленнее. Самый страшный момент наступит, когда центр гравитации переместится на части моста. Сейчас 12 домкратов и почти 400 тросов будут работать на пределе возможного, пока они будут осторожно опускать части весом 1250 тонн каждая над вокзалом. Если бригаде удастся преодолеть этот переломный момент, то оставшуюся работу будет довольно просто выполнить. Это первая операция в истории строительства, когда две массивные башни намеренно опускались над таким количеством стекла. Потребовались месяцы на то, чтобы расположить тысячи стеклянных блоков. Каждый блок обрамлен в стальную квадратную раму. Это соединенное стальное обрамление является важнейшим элементом дизайна, потому что сталь настолько тонкая, что выглядит, будто стекло само себя держит. Архитектор фон Геркен хотел заполнить вокзал светом, поэтому ему нужно было найти настолько неприметную поддержку стекла, насколько возможно. И он не мог пренебрегать безопасностью. Конструкция должна выдерживать вибрацию от мчащихся внизу сотен поездов каждый день. Фон Геркен также хотел избежать загромождения интерьера вокзала традиционными поддерживающими колоннами. Итак, инженеры проекта придумали гениальное решение – сложный каркас внешней поддержки. Это стальное соединение весит 4 тонны, почти как два внедорожника. Это одно из 46 идентичных соединений, которые, будучи помещенными и привинченными, будут служить основной поддержкой для всей решетки из стекла и стали наверху. Каждое соединение сможет выдержать почти 200 тонн. Размещение чрезвычайно важно. Контролер внимательно руководит бригадой. Когда соединение закреплено, краны опускают конец 11-тонной части одной из главных перекладин, поддерживающих свод вокзала. Похоже на самые большие в мире дверные петли. Сначала команда осторожно выравнивает отверстие. Затем 300-килограммовый фиксатор из нержавеющей стали проходит через отверстие. Это соединение на шарнирах позволит огромным частям перекладины вращаться, как это требуется во время стройки. Они также позволят всей структуре расширяться и сужаться без износа соединений. Когда этот конец перекладины будет закреплен в соединении, другой конец будет помещен в такое же соединение на другой стороне вокзала. Каждый брус состоит из 4 соединенных частей. Решетка из стекла и стали расположена между этими громадными поддержками. Когда последние перекладины стальной поддержки установлены и приварены, наступает пора установить стекло. Специально оборудованные присосками краны осторожно поднимают бригаде по одному блоку за раз. Эта часть работы требует твердой руки, крепких нервов и осторожного обращения. Работая на высоте 16 метров над путями, рабочим нужно дотянуться до стекла, находясь прямо над открытыми стальными рамами. Распыляем клей, и блок встает на место. Б-2
Бригады работали день и ночь в течение 4 месяцев, чтобы заклеить крышу до этого момента. На сегодняшний день остается застеклить только участок в 9 квадратных метров. И пережив много чего, никто здесь не желает повторять этот процесс. Но это то, что им пришлось бы сделать, если бы какая-либо вышедшая из-под контроля часть моста разбила бы крышу вокзала вдребезги. Готовясь к снижению, рабочие ждут сигнала старта. Бернт звонит из комнаты управления. Щелкает выключатель. Гигантские домкраты оживают. И массивные башни начинают свой спуск. 6 метров в час. Пока дождь барабанит по вокзалу и движение поездов на вокзале приостановлено, рабочие проверяют и перепроверяют процесс. Так как движение почти незаметно, простая линейка и плотницкий уровень служат доказательством того, что огромные части вообще двигаются. Северная башня Бернда слегка лидирует. Одно из их главных волнений – тросы. Если трос закрутится или застрянет по какой-либо причине в момент прохождения через домкрат, это может вызвать колебания. Рабочие специальной смазкой в течение всей ночи будут смазывать трос. Их безумный план, кажется, срабатывает. Вдруг, менее чем через 2 часа, северная бригада Бернта сталкивается с проблемой. Электронный сигнал, поступающий из одного из домкратов, внезапно перестает работать. В отсутствии сигнала срабатывает аварийная система. Снижение северной части автоматически останавливается. Сейчас начинается состязание со временем и с погодой. 3 часа назад снижение внезапно было остановлено, когда пропала связь между одним из домкратов и комнатой управления. В рабочем состоянии сигнал позволяет компьютеру контролировать каждое движение башни. Техники полагают, что сильный дождь вызвал короткое замыкание. Могут потребоваться часы на починку. В офисе руководитель бригады Бернт Ноуджокс принимает смелое решение. При таких высоких ставках и неумолимо бегущем времени он решает, что они не могут ждать починки. Он велит бригаде снова активизировать домкраты. Без поддержки компьютера инженеры должны вручную при помощи измерительных инструментов фиксировать каждый сантиметр продвижения. Еще больше работы для уже измученной команды. Маленький просчет может повлечь катастрофу. Но Берн чувствует, что он должен пойти на этот риск. Это еще один кризис для проекта, столкнувшегося с массой проблем. Изначально одной из самых больших проблем было расположение. Большинству людей это напоминает Венецию, но это Берлин. Город стоит на 2 больших реках и множестве маленьких каналов. Вода добавляет Берлину шарма, но это же доставляет и многочисленные сложности планам строителей. Когда вы строите железнодорожный мегавокзал стоимостью в 1 миллиард евро, все дело в расположении. Выбранное место для нового вокзала было однажды местом величественного железнодорожного вокзала под названием Лехертер Банхоф.
Но этот вокзал был разбомблен во время Второй мировой войны и снесен в 1959 году. В начале 90-х, когда планировщики впервые явились сюда, здесь был только маленький местный железнодорожный вокзал. Участок под новый вокзал был обширным и находился в самом центре Берлина. Идеальное место. Но большие проблемы не заставили себя долго ждать. Почва вдоль берегов реки Спри была в основном песчаной. Место подходило для этого маленького вокзала. Но их вокзал был бы в несколько раз больше. Ничто настолько большое никогда бы не было построено на такой почве. И это была не единственная проблема. Почва, кроме того, была сильно пропитана водой, что делало участок еще менее надежным. Инженерам нужно было не только построить на этом песчаном участке надежный фундамент размером с 11 футбольных полей, но и соорудить два нижних этажа вокзала ниже уровня грунтовых вод. В 1996 году началась работа на почти 90 тысячах квадратных метрах фундамента и нижних этажах вокзала. Чтобы сделать это, рабочие сначала построили на территории водоотталкивающие стены. Полутораметровые в ширину бетонные стены уходят вниз более чем на 25 метров. Затем экскаваторы выгребли землю между стенами. Когда они убрали грязь, место заполнилось грунтовыми водами. Вырыв до глубины 20 метров, они залили под воду полутораметровый в толщину бетонный пол. Затем дайверы укрепили углы, и получилась водонепроницаемая коробка. Оставшаяся в ней вода была выкачана. Но без воды в коробке для уравнивания давления вода под бетонным полом воздействовала бы на новое основание с поразительной силой – 20 тонн на квадратный метр. Это давление заставило бы пол вылететь, как пробка шампанского. Чтобы такого не произошло, пол укрепили длинными, почти 30-метровыми стальными сваями. С этими огромными сваями, удерживающими основание плотно на месте, можно было строить вокзал. Мосты и брусья поддержки могли быть возведены, и пути могли быть проложены. Но оставался один большой вопрос. Выдержит ли это вес поездов? Инженеры должны были быть уверены, что их вокзал со стеклянным куполом, расположенный на воде и песке, выдержит постоянное давление. Поезд весит около 800 тонн. Столько же, сколько 300 грузовиков. Они проходят через мосты и поддержки больше 50 раз в час. Вокзал подвергся сложнейшим испытаниям. Сенсоры на движение были установлены во всех ключевых местах на вокзале. На мостах, поддержках, вдоль путей. Затем они привлекли большие машины. Поезда, груженные 40 тоннами бетонных плит, проходящие по рельсам снова и снова и снова. Измерения делались по всем путям, и данные заносились в главный компьютер. Вокзал по задумке должен быть гибким. Но если бы он сдвинулся более чем на 5 миллиметров, его нужно было бы закрыть до момента усиления. Когда окончательные показания были сняты, вокзал был готов принять поезда. В июле 2002 года средства массовой информации свидетельствовали первый поезд, когда-либо прошедший здесь.
Но никто не называл этот вокзал завершенным. Сегодня давление о завершении вокзала лежит на плечах прораба Бернта Ноджока. Так как он принял смелое решение продолжить снижение Северной башни без компьютерного сигнала, поступающего из домкрата, его башня продолжает медленно склоняться вперед, продвигаясь на 6 метров в час. Кажется, ставка Бернта оправдывает свое. Он только надеется на такое же продолжение. Это была длинная бессонная ночь для рабочих, пытавшихся опустить две мегабашни на Берлинском центральном вокзале. И сейчас никто не спит. Южная башня Олафа Северина приближается к самому страшному моменту, достигая угла в 30 градусов. В тот момент центр тяжести на частях моста начинает смещаться. Медленно переключается груз башни. Всего 1,3 миллиона килограммов с верхних домкратов на нижние домкраты и тросы. Домкраты должны поддерживать одинаковое напряжение на любой стороне башни. Эта сложная балансировка продолжается до 40 градусов, когда верхние домкраты более не будут участвовать в процессе. Если использование не будет безупречным, башня может выйти из-под контроля. Когда южная башня достигает критического угла, команда наблюдателей начинает вычислять некоторые наиболее важные данные в их жизни. С глазами мутными от недосыпания они работают быстро. Сопоставляют свои предварительные вычисления с тем, что они реально видят. После всех проверок все углы башни находятся в допустимых пределах. Они полагают, что нижние домкраты и тросы готовы принять вес всей башни. Олаф прекращает движение. Более 1200 тонн стали и бетона висят в воздухе, удерживаемые почти 400 стальных тросов. 4 верхних домкрата более не нужны. Поэтому 3 работника карабкаются вверх, чтобы разобрать их и удалить тросы. Сейчас работают только нижние домкраты. Они опускают массивную башню, весящую больше, чем 6 реактивных лайнеров. Дана команда старта. Насосы шипят. Домкраты гудят. 250 стальных тросов натянуты от всего этого веса. Контролеры и инженеры продолжают пристальное наблюдение. Но тросы держат. С этого момента все должно идти под уклон. Внизу сформировалась толпа зевак. Этому парню кажется, что они все делают неправильно. На этой стороне тросы немного болтаются. Не знаю, все ли было продумано. 12 этажами выше, Северная башня только что прошла критическую отметку в целости и сохранности. Приняв решение продолжить работу без наблюдения компьютера, бригада Бернта смогла несколько наверстать упущенное время. Если они продолжат в том же духе, они успеют раньше своего срока, но позже Южной башни. Мне надо сбегать за пивом. По-моему, мне будет трудновато догнать Олафа. Но свой спор они разрешат позже. Ведь сейчас они готовятся приступить к последней стадии снижения, когда две башни соединяются, образуя стальной мост. Как гигантские части головоломки, Северная башня была построена так, чтобы быть вставленной в Южную. Для этого обе 44-метровые башни должны образовать углы 83 градуса и затем одновременно опуститься.
Они готовы к завершающей стадии. Уже потеряв драгоценное время, обе команды незамедлительно принимаются за дело. Бернт забирается на недоделанную перекладину, более чем на 40 метров ближе к краю своей башни. С этой опасной позиции он может координировать движение между башнями. Он подает сигнал, и башни отправляются вниз всего 5 миллиметров за раз. Немного вверх. Чересчур немного вниз. Бернт проверяет, на одном ли они уровне. Вот понижение завершено. Точно как и планировалось, промежуток всего в 10 сантиметров остается между башнями. Чтобы соединить их, гидравлические насосы тянут обе стороны. Формируется мост, объединяющий север и юг. Но сейчас не время восхищаться искусной работой. Прежде чем берлинские поезда смогут спокойно ходить через вокзал, еще предстоит много работы. Рабочие должны соединить части моста, сделать 1000 сварных швов и нанести 1500 квадратных метров покрытия. За несколько часов до срока все знают, что эта работа будет на пределе. С завершением стадии снижения прорабы наконец-то нашли минутку для отдыха. Бернт не с пустыми руками. Он знает, что он проиграл спор. Но празднуют не все. Особенно архитектор. В 2002 году, уже на годы отстав от графика, Deutsche Bahn, немецкая железнодорожная компания, которая владеет вокзалом, решила принять крутые меры, чтобы успеть до начала чемпионата мира. Они решили изменить некоторые черты дизайна. Вопреки возражениям архитектора, они поменяли две большие детали. Первой была самая заметная черта вокзала – стеклянная крыша. В дизайне фон Геркена крыша была 430 метров в длину. Достаточно длинная, чтобы покрыть самый длинный поезд. Стекло и поддержки были произведены для покрытия всей длины. Но прежде чем они были установлены, стеклянный покров был укорочен до 100 метров. Но, возможно, самое большое изменение – это нижний подземный терминал. Свет, льющийся вниз с верхних уровней, должен был отражаться от массивного кафедрального потолка, сделанного из металла, подавая свет на 5 этажей под землей. Вместо этого был установлен подвесной потолок. Как в торговом центре, без каких-либо деталей, выразительности, без харизмы. Изменения в проекте сохранили время и деньги. Так и бывает с большими проектами. Приходится решать, хотите ли вы выполнить требования, успеть в срок, выполнить все детали. Но для архитектора, мечтателя, это никакие не мелкие детали его творчества. Должен признаться, это самая большая потеря в моей профессиональной деятельности. Я, как архитектор, построил больше 200 объектов, и никогда ничего подобного не случалось. Фон Геркен возмущен настолько, что он начал судебную тяжбу. Надеясь, что его мечта будет однажды воплощена, даже если это случится, когда вокзал уже будет построен. На мосту только искры летят. Когда сварщики работают на пределе, последний срок быстро истекает. Команда работает ночью. Пока, наконец,
Более чем через два дня героической инженерии сделан последний сварной шов. И снова поезда начинают движение через вокзал. Невероятный подвиг. Возведение моста путем снижения двух башен оказался потрясающим успехом. Но команда знает, что у них будет всего один выходной. Потому что менее чем через 10 месяцев миллионы футбольных болельщиков должны будут ездить через этот вокзал. Поэтому во вторник утром они начнут планировать снижение второй офисной башни. Это гонка до конца. Стеклянная крыша, тоннели, пути, офисные башни и даже ландшафтная архитектура. Если им будет сопутствовать успех, эта мегастанция будет претендовать на законное звание величайшей в Европе, превращая современный Берлин в центр Европы.